Знакомьтесь, истинный представитель рачи. Видите, как он сидит? Тихо, спокойно, весь в своих мыслях. Так может сидеть только рачинец. Простите, можно вас побеспокоить? Скажите, если можно, о чем вы думаете? 17. Ага, ясно. 17. Большое спасибо. Чего 17? Не понял. Надо спросить. Что это за магическая цифра 17? Объясните, пожалуйста. 18. Что? Что? 18. Когда прыгнешь, сосчитаешь до 10, дернешь кольцо. Парашют раскроется. Понял? Что здесь непонятного? Считаешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дернул кольцо, раскрылся. Понял? В самолет. Ну, пошли! Все помнишь? Да, да. Один. Маркоза, остановись на минутку. Остановись. Хочу тебе что-то сказать. Нашел время для разговоров. Маркоза! Чего еще? Ну, ты можешь выслушать. Зачем остановился? Подожди, я хочу что-то сказать. Занесем наверх, там поговорим. Эй! О, стой, все, седьмой этаж. Ну, что ты хотел, Бикенти? Говори. Маргос, слушаю. Знаешь, а мы зашли не в тот подъезд.
Давай, Худин. Худин. Дай Худин тебе говорят. Убирайся по добру, по здорову и никому ни слова, а то голову отрежу. Разбойнички, дорогие мои, будьте людьми, не позорьте. Как я появлюсь на селе ограбленной? Прострелите мне чоху. Тогда хоть я скажу, что как мог сопротивлялся. И мне не так стыдно, и вас еще больше будут бояться. Ну, кто первый? Стреляй. Стреляй! Спасибо, давай теперь ты. Стреляй, расспросит. Теперь в эту сторону. Хватит, болван, зарядить надо. А долго заряжать? Долго, долго. Ковыряйся. Нормально. Ну, раз, долго. Эй! Руку, руку отпусти. Больно, больно, осел. Добро пожаловать. Плесни мне стакан молока. Огурчика. Ла-ла-ла. Романоза! Что я видел? Что я видел? Слушай, только что какой-то человек выпил стакан молока и закусил соленым огурцом. Нет, такого не бывает. Я попросил бы жалобную книгу. А в чем дело, дорогой? Зачем она тебе? Вчера я у вас ел котлеты. Ну и хорошо, что ел. На здоровье. Какое там здоровье? И своими котлетами меня чуть насмерть не отравили. Давайте сюда жалобную книгу, я запишу, что вы людей тухлым мясом кормите. Ты что, не работал, что ли, здесь? Когда это в наших котлетах было мясо? Совсем забыл. Здравствуй, Викенди. Здравствуй. Почему на работу опоздал? У меня будильник испортился. Ну да. Осторожней. Видишь? Что это с ним? А черт его знает, не ходят и все. Давно? Нет. 2 года, наверное, будет. Чего же ты тянешь? Отнеси мастеру, сделает. Буду еще я рисковать, чтобы он мне его совсем доконал. Видишь?
Легенди, а сколько времени? Сейчас? Нет, завтра. Надо взглянуть. Сейчас. Без четверти. Ага. Чего без четверти? Куда ты смотришь? У тебя же маленькой стрелки нету. Нету. Ну и что? Тубина. Спасите, на помощь, на помощь. Спасите меня, зачем я сюда забрался? Помогите, спасите, спасите. Снимите меня. Ради Бога, снимите меня. Снимайся, прыгай! Кто там? А? Снимите меня. Куда прыгать? Как прыгать? Боюсь. Снимайся, давай! Боюсь, боюсь. Прыгай! Я лестницу принес. Лестницу? А зачем мне лестница? Она все равно до меня не достанет. Спуститься не может. Не может. Принеси веревку. Веревку? Да. А? Забрасывай наверх. А зачем забрасывать? Ты черт. А как ты его снимать собираешься? Кидай. Не привязывай к дереву! Не привязывай! А? Намотай на руку! Хорошо, я сейчас намотаю на руку вот так. Возьми веревку и держи ее покрепче. А ты будешь тянуть. Подожди, Маркос, не дергай, я еще хорошо не намотал на руку. Вот сейчас тяни. Раз! 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 Подожди, подожди, что ты делаешь? Мамочка, что вы, братцы, с ума сошли? Зачем веревку принес? Ну, не знаю. 2 дня назад мы точно так веревкой Мурмана из колодца вытащили. А? Завтра, Монос! Здравствуй, Дзюбу. Давай друг другу загадки загадывать. Кто не отгадает, платит. Нет, не хочу. Почему? Ты меня обыграешь. Твой рубль, мой червонец. Тогда давай. Давай. Отгадай. А? Черный-причерный в лес залетел кто? Лес, да? Да. Это же буйвол, слушай, черный. Ты проиграл, проиграл. Этот воз. Буйволы не летают. Кони рубль. Ну вот, я же говорил, обыграешь. А теперь твоя очередь. Так, на стену 3 ногами поднялся, обратно 4 спустился. Что, по-твоему, это значит? А? На 3 поднялся. А на 4 спустился? Да. Как это может быть? Откуда взялась 4 нога? А ты догадайся. 4. А, я это знаю. Нет. Нет? Ладно. Было 3, стало 4. Взяло 2, стало 4. Стало 2, стало 4. Голова сейчас треснет. Я сдаюсь. Давай. На, держи 10 рублей и говори отгадку. Что это? Ну? 8 рубль. Ты выиграл. Я сам не могу отгадать, что это такое. Как так?